Доброе утро, мои дорогие. Вот видите, как листочки падают. Я говорю, скоро будут сугробы. А у нас второй день. Сейчас покажу. У нас второй день. Льет. Ой, ужас. В общем, короче говоря. Так, и погодка, прям скажем. Погода... Утро, девочки! Ты как ты говоришь, скажи, доброе. Ну-ка. Бодрое. Бодрое у него получается. Бодрое, девочки. Погода какая, Саш? Ну как не знаешь-то? Теплая или холодная? Холодная, не говори. Дождик. И оказывается, обещают аж 4 дня до субботы. Вот. А мы чего будем делать? Чем будем делать, Саш? Красить крокодил. Вот. Красить крокодила будем. Он такой страшный стал. Сейчас мы его покрасим. Раз. Уж такой страшенный стал. Прям глаза бы не глядели. Ну, все будет поярче. Только при... Зеленый, да? Зеленый, да. Ух ты! Вот это да! Да. Какие глаза. Придется опять глаза рисовать. Баллончик. Баллончик? Да. Баллончик. Так еще. Ну вот, пускай сохнет. Покажи машину-то, какая у тебя. Ну ты иди вот сюда, иди. Иди сюда. Покажи. Вот. А в ней там еще машины. А там 4 штуки. Машина. Огромная? А тут... Ноги, как у меня, иксом. А я достаточно. Чего там? Что-то крутится. Не знаю, что там крутится. Что там крутится? Колеса крутятся. Что там крутится? Так. Это механизм тут. Ага, механизм. В общем, короче говоря, пойдем-ка мы завтракать. Мальчишки у нас спят. Ой, эти кошки, которых я кормлю, отвечают мне черной неблагодарностью. Оставили вчера хлеб. Вот они разодрали пакет. Жрать они, конечно, хлеб не стали. Но вот взяли и насвинячили тут мне. Вот такие. Наглые просто. И Сашка удивляется на меня, что я на них брысь кричала. Кричал брысь? Брысь, да. Да ну нафиг, я лучше буду туда на помойку. Бабушка сказала брысь, да. Я лучше на помойку буду им еду носить. Постоянно лезут в дом, вот это вот. Вообще без зазрения совести. Теперь вот еще и не оставь ничего. Вот она, быстротечная красота. Недолго жуки пожили. Перелезут на другие цветочки, наверное. Угу. Угу. Уже сбежал. Куда-то переселился. Господи, ну просто вот прям, ну что, 2 дня. И все. Хотела я чай сделать ферментированный. Но погода-то, сами видите. Дома посушить.
Сейчас чего-нибудь придумаю. Мальчишкам скучно. Ну, видите, небо-то какое. Дождик проходит, опять начинается. Сейчас Сашу спать положила. Занимаюсь своими делами. Ну, а у меня, видите, что творится? Что у меня творится? Бардак. Ну, как бардак? Сохнет. Что-то сохнет, что-то только сделала. Надо в доме убираться идти. А мне прям так не хочется, холодно как-то. Надо там на втором этаже мыть, на первом этаже мыть, убирать. Мне прям... Ну, вот прям не хочется. А когда не хочется, я не делаю, потому что начнешь вот это без души, вечно что-нибудь не так. Сейчас поотвечала на комментарии. Спасибо, девочки. И не только девочки. Володе Воронову прям отдельное спасибо. Смотрите комментарии, пишите. Молодцы. Но на самом деле, как вот Сашку снимаю, и больше смотрят. Вот прям звезда Ютуба-то. Сейчас пойду, еще надо видео выложить. Я так рада, что мне быстро сделали вчера ноутбук просто. Вот, а то я так загрустила, у меня прям настроения никакого не было. Думаю, что делать, а вдруг он совсем сломался. Ну ладно, обошлось. Но погода подкачала, да. Белье второй день болтается. Там уже сейчас еще настирается. А вешать-то куда? Я уже отопление включила в доме. Ну а что, сразу сыро, холодно. У Саши только стал насморк проходить. А тут вот такое дело. Вот, а я вчера до ночи, до поздней сидела, делала, сделала такой сатуар. Захотелось мне синенького с таким вот, с разными оттенками желто-оранжевого. Вот я очень люблю такое сочетание. Я почему-то не люблю синее с красным. Бирюзу с красным не люблю. Люблю вот такие вот оттенки. Вот. Сделала вчера. А потом буду показывать. Покажу. Сразу все. Ой, мои хорошие, а с цементом-то я работаю каждый день. Но просто на одно вот изделие уходит неделя, а то и больше. Ведь пока вот этот слой высохнет, потом второй слой цемента, но пока опять высохнет. Потом, ну, что-то еще делать приходится. Потом белой краской красишь. Это вот ведь все вот эти вот, вытащишь все складочки, все ж надо прокрасить. А, забыла, изнутри еще цементом надо пройти. Потом белой краской, потом там ножку надо делать или нет. Потом основным цветом, какой-то декор, вот это. Это столько времени уходит пока. Поэтому я каждый день делаю, но потом... набираются потихонечку что-то показать. Да. Я же не такой блогер, который только говорю. Ну, кто умеет говорить, это гораздо проще. Наговорил там свои 20 минут на какую-нибудь тему. Вот и все. А тут нет, тут надо, чтобы что-то показать, надо что-то сделать. А чтобы что-то сделать, надо еще что-то купить. Поэтому, когда говорят, ой, блогеры, они ничего не делают, деньги зарабатывают. Ага, еще бы деньги платили. Кому-то платят, да. Кому-то большие деньги платят
Ну, это люди нашли свою нишу или обладают какими-то способностями. Вон, как Самвел. Ну, ведь когда ему люди пишут, там, ты такой открытый, ты такой вот честный. Ну, задумались бы. Человек 7 лет каждый день провоцирует своих зрителей. Каждый божий день. Как вы считаете, это открытый человек, честный? Ну, умеет, молодец. Я вот, к сожалению, так не умею. Ну и чего? Конечно, почти 65 лет. Вы знаете, когда мне бывает обидно? Когда я знаю, что вот, допустим, из цемента это я придумала и первое сделала. А у меня просмотров, да нифига. А у меня люди идею берут, делают, и у них миллионами просмотров. Вот что обидно. Да, а это я же смотрю постоянно, просматриваю там, кто что делает. И вот это вот обидно. Ну, не знаю, почему-то вот так. Костя мне говорит, мама, может быть, это твой потолок. Я говорю, ну, как потолок, если то же самое люди делают за мной, и у них столько просмотров. Не знаю. Я еще, конечно, грешу на то, что Крым, на то, что санкции. Многие же страны не смотрят нас. Кто его знает, почему? Почему, когда я в Питере или в Мурманске, просмотров больше? Какая-то причина, наверное, есть. Ну ладно, работаю и работаю. Я же все равно по-другому-то не могу. Ну, я уже говорю, сколько раз думала бросить, да, все, бросить. Потом думаю, ну и что я буду делать? Я же все равно делать-то буду. Только показать мне некому будет. И пообщаться будет не с кем. Вот и все. Ну, конечно, хотелось бы заработка. Конечно, хотелось бы. Не просто же так работать-то. Вот, но... Видимо, не зря в моей нумерологии нет цифры, которая отвечает за коммерческий успех. Видимо, не зря. Ладно, так, пойду-ка я займусь еще кое-чем. Мои дорогие, заката, конечно, не будет сегодня никакого. Да уже и время-то уже. 9 почти. Мальчишки у меня там сидят в комнате, и Саша с ними там чего-то обсуждает, такой весь. Вот, а я сделала такое украшение из шунгита. Ну, это такое, конечно, современное. Это унисекс, это и для мужчин, и для женщин, для молодых. Кто вот сейчас много поклонников Тора, этого бога грозы и огня скандинавского. Вот я сделала вот такое вот украшение. И сделала мастер-класс. Завтра, наверное, выложу его вечером. Вот, ну вам же надо же показать, как же. Вот. И вот сейчас доделываю, остался только вот замочек доделать. Вот сделала я вот такой, как вот его назвать? Обруч, жгут, не знаю, ошейник. Ну, это чокер, собственно, конечно, короткое такое украшение. А цвет у него,
Это, ой, не фокусируется, блестит. А цвет у него так называемое зеленое золото. Видите, разница какая? И в то же время не, это не серебро тоже. Видите, вот разница есть. Да, теперь есть и зеленое. Вот. Ну, такая вот, кто любит такие вещи. У меня давно хотелось, все руки никак не доходили сделать. Вот если кому надо, я сделаю еще, наверное, и на браслет, наверное, хватит. Он очень легкий. Вот такой вот толщины. Вот так что, девчонки, день пролетел. Вот даже не то, что пуля. Просто с цементом, с этим. Тут дела домашние. И еще полная раковина посуды. Доели ребята суп. Ой, надо все перемыть посуду. Сашу спать уложить. Еще не убиралась в доме своем. Ну ладно, небось успею я до 7-го-то числа. Ладно, мои зайки. Прям прочитала все комментарии. Спасибо вам. Отвечала. Вот. Прям молодцы. Вот. Я выложила видео и не заметила, что у меня там в описании 18-й год. А у меня просто они заготовки. Еще Алинка делала. И нет, чтобы поменять на 2021 или просто убрать. Я так и оставила 18. Так что спасибо большое. Я сразу убрала это, другое написала. Вот, так что я, девочки, когда у меня вот есть время, я прям раз посмотрю, поотвечаю. Но бывает так, что и времени, и на это нет. Вот. Ну ладно, зайки мои, давайте до завтра прощаться. Погода завтра, видимо, лучше не будет. Опять дожди. Сейчас как попрут сорняки. Это просто. После дождя все время поливаешь, поливаешь. Вот водой вроде бы, да? Вроде бы, что? Вода из земли. Скважина же. Все равно не то. Как пройдет вот дождик, да еще вот такой вот там день-два, а то и три. Просто раз и все. И трава по пояс. Ой, хорошее бы так росло, как сорняки. Ну ладно, мои хорошие, давайте. Я вас обнимаю, целую. Не болейте, пожалуйста. Пусть все будет хорошо. И у вас, и у меня. Давайте, мои золотые. До завтра. Пока-пока. Always a moon when the tide is